Показать себя на международном турнире всегда престижно. Ну а если соперники хорошо друг друга знают, не раз встречались, то спортивный азарт добавляет остроты. Соревнования интересуют и спортсменов, и болельщиков, и руководителей городов, с которыми нас связывают дружественные отношения многие годы. Мы ждем хороших результатов, но и самое главное – это общение между ребятами разных регионов и разных стран. Так как я немножко занимался плаванием и всегда традиционно, для меня это является родным видом спорта, я с удовольствием смотрю и переживаю наших ребят, ну в частности за мытищенцев, но победят сильнейшие. В этом году в соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 10 подмосковных городов. Отлично выступил уже старый знакомый Лукаш Салон. Он, как и раньше, выиграл коронную дистанцию 100 метров вольным стилем. А всего было разыграно 14 комплектов наград у юношей и девушек в 4 возрастных категориях. Состоялись 2 эстафеты и финальный заплыв на дистанции 100 метров баттерфляем. Хозяева за 2 дня соревнований завоевали 145 медалей, из них 53 золотых, столько же серебряных и 39 бронзовых. Мытищинские пловцы завоевали первое место в общекомандном зачете. Роман Белов, Сергей Берзин, Денис Корнев. Информационная программа «День».